Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды. Давайте забирать. Так, у нас в магазине, я так понимаю, две колоды созрели. Созрели, красавицы. Ну, давай посмотрим, неужели не дадут, а? Не дадут, по-моему, ребята, ДНК. От засранцы такие, а? Зажали, а? Ну, ё-моё. Зато здесь что-то вижу, и это, по-моему, да, Бибоп. Конечно же, Бибоп. Так, а здесь у нас что? Золотые осколки, две штуки, как много, ёлки-палки. Блин, и серебряных много, так далее. Два телепорта, 5 баксов и 500 мутагена. Блин, ну, звездец, ребята, просто-напросто. Так, здесь мы получаем реворд, поднять уровень персонажу. Ну, и кому мы будем сегодня повышать? У нас мутагена очень мало, ребят, поэтому где-то там в низинах, в самых, мы поднимем уровень. Да, вот этому, например, Макману. Ну, а почему бы и нет? Пускай радуется, что на халяву получил поднятие уровня. Так, и дальше у нас пройдите одну серию испытаний. Давайте быстренько пробежимся. Так, у нас здесь пройдены. Нет, давай мы вот эту вот нижнюю. Так, ребята, встаем. Встаем срочно и в бой. В бой, роднули мои. Да, естественно, на автобой все это, ребята, у нас будет здесь происходить дело. Никаких, как говорится, компромиссов. Упс. Ого. А, ёлки-палки, я ж... Фу, я уже подумал, что он с удара так снес. Нет, ребята, на самом деле у нас... Да, у Рафаэля и так было мало здоровья, поэтому он, как видите, отдуплился. Печально. Да, это что такое? Нам понизили меткость, ребята. Хорошо. Вторая волна, заключительная, и здесь... Дайте-ка я, наверное, здесь сам разрулю, потому что, во-первых, надо поставить защиту, я так думаю, что это будет самое правильное. Так, теперь давай-ка Бибопа попробуем наказать. Так, отлично, теперь замедлялочку. Замедлялочка как-то хреново сработала, если честно. Ну-ка, накажем, нет? Не наказали. Ай! Что это он сделал? Он меня слизью какой-то покрыл, гад! Ну все, тебе не сдобровать. Так. Давай, давай. Да ну нафиг, вы что, издеваетесь что ли надо мной? Эй! Ну-ка давай попробуем, пробьем, нет? Я не знаю, ребят, ну рискую. Есть, пробил. Хорошо. Так, когти. Постепенку не повесил. Это уже плохо. Добьешь? Крис, молодец. Так, хиляемся. Естественно, хил нужен. Так, ну да, не ожидал, конечно, что мы вот так вот говененько вообще пройдем с вами. Просто не ждал. Ну-ка. Кия! Нормуль. Ну что ты там, блин? А, нет. Фух. Нифига он боданул. Эй, чепушила, ты... Не припухли? Да, ребят, вот так вот мы свою команду и растеряли. Я, наверное, сейчас придется мне просто сбрасывать это все задание. Потому что следующее испытание просто не смогу пройти. Поэтому собираем, естественно, и сбрасываем. Вот. Нашел, как говорится, да, выход из положения. Ну что же, ребят, давайте сразимся в трех боях. В трех боях мы ничего не будем тут сражаться, мы просто будем... Тупо искать карточки. И кого-то мы с вами здесь уже примечали. Секунду, ищем, ребята. Так, 48, 44, 40. Это, конечно, все хорошо. Ага, Ванька у нас уже прапанный. Так, Доника мы не сможем найти, потому что он просто... Ага, вот, Хан. Хан, блин, а у него, ребята... У него еще много нужно искать карточек, да? Одну мы нашли, уже даже две. Ну, на двух, ребята, мы с вами остановимся. Понятно, что третью нам не дадут. Это как пить дать. И сколько нам еще, да елки-палки, осталось? Еще три карточки, ребят, ну буквально еще два раза. Хорошо. Хорошо, давайте мы тогда Джастина, а стоит ли его? Не знаю, ребята, ну давайте фиг с ним. Давайте Джастина еще поищем. Уговорили, я слышу, что вы там. Давай, давай, Джастина, ну. Как говорится, голоса в моей голове, блин. Так, давай-ка вот так сделаем. Последняя карточка. Да ладно, чё так кисло Джастин-то к нам выпадает, эй! Я на это не подписывался, ребята.
Давай-ка еще, давай еще. Вот. Пошла маза, ребята. Давай еще. Хрен там. Ну что же, ладно. Так, ну еще не все, ребята. Нам еще придется кого-то искать. Эй, кого же это нам найти с вами, а? Давай-ка нейтрализатора попробуем поискать. Понеслась. Нет, не выпал он нам. Давай здесь. Отлично, одна есть карточка. А, все, в принципе, больше нам не нужно, ребята. У нас задание выполнено. И мы просто-напросто с вами забираем тупо реварды. Все, отлично. Ну-ка, что у нас там? Денег маловато, но я все равно посмотрю. Мы можем купить с вами Макмана. Ну зачем нам Макман, когда мы можем с вами... Нет, мы не сможем. А хотелось бы мне Микеланджело вот этого вот купить. Но не хватает бакинских, ребята. Так, 500. Тут тоже полная борода. Короче, не фартит нам как-то в последнее время. Так, что у нас по заданиям, по списку? Ну, по списку-то понятно все. Так, сейчас мы, ребят, с вами... Да елки-палки, давай. Вот эту карточку обменяем. Вот так вот. И за пиццей, да? Пиццу-то, да, можно, в принципе, легко и просто получить ее. И, соответственно, мы это будем сейчас с вами делать. Так, а потом, наверное, придется нам с вами... бежать Шеминтом, как говорится, на лигу. Да. Я надеюсь, меня там не сбросили. Хотя больше чем уверен, что сбросили. Так, давайте мы, наверное, с пиццей с вами чуть позже разберемся. Пойдемте-ка посмотрим, действительно, на... Нет, ребятушки, не сбросили они меня. А, и это хорошо. Так, ищем крупненькую наживу. Я вижу... Я нифига не вижу, ребят. Так, в принципе, вот с этими можно было бы разобраться. И, наверное, я так и поступлю. Я, ребята, так и поступлю. 45 уровни и 43, да? Хорошо, значит, мы выбираем. Давай сделаем вот так, так, вот так, вот так. Да ёлки ломаные, и вот так вот. Слушайте, я, правда, не уверен в этих бойцах. Я знаю, что у меня тигр более-менее, да? Шреддер. Ну и, наверное, все. Остальные все ватники. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами... Я даже не знаю, кого. Давайте Криса, наверное, ликвидируем. Попробуем ликвидировать. Ага, неплохо. Так, массовый удар от Шреддера. Хорошо. Так, Лео, ты, главное, не врубай свой отхил, пожалуйста. Теперь можешь врубать. Думает, он спасет их. Дудки. Ничего у вас не получится. Ой, постепеночку повесил. Так, а Донни делает защиту. Ладно, хорошо. Мы убиваем Леонардо. Нет? Ну-ка, Шреддер. Я же говорю, убиваем. Так, теперь выпад. Ну, Донни здесь крепковат, ничего не могу сказать. Так, ладно. Все равно будем пробивать его. Бибоп, где у тебя двойной удар? А я не могу никак понять, почему это не срабатывает. И хиляться мы не будем, ребят. Давайте вот так пробьем. Мимо? Быть такого не может. Как так мимо? Почему мимо-то? Да что за фигня-то? Я не понимаю, ребят. Вроде никакого уворота не стоит, а мы все мажем с вами и мажем. Что за ересь, а? Так, вот теперь надо немножечко восполнить здоровье себе. Так, и у нас тут Доник. Доник. Мнемоник. Ну-ка давай. Оп. Да что ж такое-то? Что он такой сильный-то? Я, конечно, все понимаю, там защита, все дела, но не настолько же, блин. Да ёпрасетен. Я не знаю, ребят, как его бомбить. Никто не может его пробить просто-напросто. Давай так попробуем. Фигня какая-то. Ну ладно, давай еще раз попробую. Ты представляешь, мы отнимаем по 82. Да что за ерунда? Я не понимаю. О, ну неужели хоть какой-то удар прокатил по нему нормуль? Так, мы ему еще и защиту понесли. Ну, теперь он наш, голубчик. Офигеть, это ж сколько у него там защиты висело, а? Не знаю, ребята, он крепко стоял на ногах, но тем не менее он все равно сдулся против нас.
И мы с вами... так, 69-я позиция. Хорошо. Сгодится. Так, здесь у нас, елки-палки, уже... Я даже боюсь, ребят, я не знаю. Ну, давайте попробуем вот этих вот. Так, 44-е и 46-е уровни, да? А эти ребята, наверное, у меня здесь профукают все счастье, если честно. Ладно, попробуем. Не уверен, конечно, что мы здесь вообще сможем затащить. Так, комбинация неплохая, ребята. Давайте с массовых начнем ударов. Ага. Так, мне не нравится Бакстер. Мне его надо уничтожить как можно быстрее. Опс. Так, и... Блин. Ну ладно, фиг с ним. Пускай. Он скорость повесил. Бакстера. Блин, он еще отхил делает. Ах. Еще хилит. Причем, ребят, еще один хил. Ёпрсте. Зашибись, он восстановил здоровье, да, себе? Так, вот этому снимет, нет, интересно, иммунитет? Она, наверное, нет, не снимет, ребята. Вот это вот жопа полная. Так, в волну. Ага. А волна-то, ребятушки, не сработала. Опс, как красота. Ладно, у нас, ребята, у ворот есть. Так, что он там делает? Я даже не знаю, давайте похиляемся, во-первых. А во-вторых, нам нужно Стокмана в любом случае убирать отсюда. Блин, блинский. Ой-ой-ой-ой, паукус упал, ребята. Как-то так нежданно вдруг он свалился у меня. Да ладно, мы что, не можем пробить, что ли, этого говнюка? Что за ерунда происходит здесь, я не понимаю. Ну-ка. Вот так вот, отлично. Вот так вот. Так, секунду, дайте мне... Блин, я хотел, ребята, подхилиться. Не получилось, потому что способности заблокированы в данный момент. Ой-ой-ой-ой-ой. И боюсь, мы здесь, наверное, с вами проиграем, ребята. Хотя, не знаю. Посмотрим, как тут все у нас пойдет. Ага, Рафик-то в любом случае сейчас упадет. Нормуль. Так. Погоди-ка, Бибоп, ёпрсоте, да что ж ты будешь делать? Ну, сняли мы повышенную атаку у него и плевок. Черт, давай попробуем, добьем, нет? Да, ребята, победа здесь за нами, но чего она нам стоила? Хильнемся. И, опс, блин, да что ж ты будешь делать? А так, если, оп, сел на жопу, придурок. Да, ребята, конечно, здесь очень хреново мы с вами сыграли, но тем не менее, не проиграли хотя бы. Сколько нас там? Так, 69-я позиция, и мы приземляемся. Ёлки-палки, всего лишь 8 этих пролетели. Я что-то расстроился, ребята, честно вам сказать. Ладно, я возьму вот этих вот. Так, 48-й, 49-й, хорошо, я вот так вот, оп-оп. А, погоди-ка, а есть ли смысл-то? Я не вижу смысла в этом, ребят. Давайте вот так тогда делать. Раз, два, три, четыре. Ну, давай вот так вот. Ой, а эти у нас, получается, как не в удел. Да, ребята? Почему-то они у нас пролетают мимо кассы. Жаль, очень жаль. Так, поехали. Хобана. Нормуль. Так, накрываем медным тазом. Нормулька. Так, пробиваем между глаз. Эй. А вот так вот если. Давай-ка вертуху. Опс. Минус бинго. Так, давай. Отлично, ребята. Изи. Быстро и безболезненно. Идеальная победа. Так, куда мы сейчас с вами приземлимся? 61-я позиция. И мы прыгаем с вами на 41-ю. Да что ж такое-то? Как-то кисло мы идем, если честно. Так, я предполагаю, что нам нужно 14-18. Да что ж ты будешь делать? Тут все слабачки, ребята. Все. Ну давай, хорошо. Уговорили, чушь. Теперь давай вот так вот попробуем. Хотя тут и пробовать нечего. Блин, мне нужно было Зека брать. У него уже замедлялка, ё-моё. Хорошо, мы сделаем тогда вот так вот. Укрепимся. И супер вертушка от Леонардо. Шмык.
Дальше мы его делаем так. Потом крик от карай-змея. Что-то как-то хреново крикнул ты, а? Караюшка. Ты меня подвела, что-то роднуля. Да-да-да-да-да, Крис, ты наивный, однако, парень. Вот и все, делов-то на копейку. Забомбашили, даже пикнуть не успели. Ну что же, а у меня получается, ребята, откатики-то закончились. Нет, две штучки еще, конечно, есть, но они нам погоду здесь не сделают, потому что мы приземляемся на, блин, на 22-ю позицию. На 22-ю чертову позицию, блин. Хорошо, дай-ка я гляну. 250, мне не хватает. Мне не хватает 2 бакинских, чтобы я мог купить себе 10 откатиков. Вот такая вот, ребята, дилемма. Ну что ж, давайте теперь пиццу эту добьем, наверное. Сколько у нас тут? Эпизод 2. Ну, побежали на эпизод 2. А что делать-то? Делать больше нечего. Давай, автобой. Так, а интересно, мы, может быть, сможем... Не, вряд ли мы, конечно, сможем с вами пройти еще где-то основную сюжетную линию. Хотя хотелось бы. Все дело упирается, ребята, у нас в осколки. Нет осколков серебряных, нет золотых, нет вам, как говорится, и апа. И если у нас нет апа, соответственно, двинуться мы дальше никуда не можем. Просто зависли на чертовом месте. Окопались, можно так сказать. Но зато окопались тверденько. То есть сместить нас уже никто никуда не сможет. Так, сейчас мы этого пиццелицева с вами по-быстренькому разберем, чтобы он тут не вякал и не наслаждался, как говорится, жизнью. И, слушайте, кстати, ребята, вы мне напишите, может быть, в видосиках нам не нужно вот это вот все время показывать, как мы бьем пиццелицева, там, как мы с вами добываем энергию. Может быть, это просто-напросто вырезать, делать 5-минутные ролики в плане того, как мы с вами выступаем на арене. Если мы будем проходить сюжетку, естественно, сюжетную линию и арену. И все, да? Жду от вас комментариев по этому поводу. Так, поехали дальше. Мне просто потом проще будет это все вырезать, да и все. Так, сколько еще? Ага, последний, ребята, у нас тут поединок. Ой, пиццелицы, я не завидую тебе. Накроет тебя сейчас медным тазом. Тырич. Зачем ты это делаешь, Лео? Ай, дурила. Ну, ладно. Рафик сделал провокацию, значит, будет бомбить сейчас в ответ. Пум. Так. Давай еще ответку. Хорошо. Красава. Ой, и Лео добил как-то нежданно тогда. С вертушки просто провернул и мечами рубанул. Соответственно, пиццелицей погиб и отдал нам свою последнюю пиццу, которая у него была. Все, вроде бы, да? Здесь мы сделали абсолютно все. Так, хорошо. Отправляемся с вами куда? На сюда. Испытание. Мы, по-моему, тут все, что могли, получили, да? Это у нас что? 55 уровень. Все, я понял, я отсюда ухожу. Так, а если мы зайдем вот сюда, в сюжеточку, и посмотрим, тут какие уровни у нас? Ёпрсеты, а! Охереть! 72-е, ребята! 72-е и 70-е уровни. О-о-о. Жестко здесь будет, конечно, очень жестко. Да, я даже не знаю, ребят. Ну, это бесполезно бомбить, просто в плане того, что нас будут разбирать там. Вот и все. Так, а давай-ка... Да ё-моё, что у меня все в эти испытания-то тянет. Я хотел вот здесь посмотреть. Ах, да, здесь мы с вами, ребята, не смогли побить вот этого последнего босса. А он 76 уровня. Слушайте, ну там мы практически, да, его убили. Нам немножко не хватило. Сейчас нет смысла на него опять же прыгать. Жаль, очень даже жаль. А чем же тогда заниматься-то, а? Чем нам можно заняться? Я не знаю, ребята. На турнире? Балалайка. В приключениях? Балалайка. Здесь, что ли? Ну, здесь тоже мы до предела дошли. Как бы дальше нам никак не подняться.
75 уровень. Ну и куда? И чего? Никак, ребят, никак. Как бы я ни старался, у нас не получится здесь ничего. Ладушки, тогда, скорее всего, мы будем с вами, ребят, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Как говорится, всем удачи и до новых скорых видосиков.